На попала. А потом еще на полапал. Четыре на пополам не делится, но делится чуть-чуть. Так, 14 сантиметров отрезал. Дальше еще на пополам. Вы будете делать их длиннее? 12. 6. Вот, 6, короче. Как у тебя 14 пополам, получается 6. Нет. Дима, ты главное комментарии записывай. Это самое интересное комментарий. Подождите, на 24 делить надо. Вот тут где-то. А ну, давайте. 6 на 4. А тогда надо было делить не пополам, а на 3 части. Да? Давайте, это я стала держать уже. Вот так еще раз. Пополам. Давайте, отмеряйте засечку здесь на 7. Ой, подождите, может вот так на 12 и все? А тут какие-то штучки. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не получается. Надо еще пополам, да, Марина? Давайте вот так пополам. 2, 4, 4. И так на 6. Правильно? Да. Еще раз. Пополам давайте. Вот, 7. Подожди, 14, вот. 7. 7. Вот так, да? Да. И с этой стороны и давайте. 7. Вот так, да? Нет, так, чтобы не видно было, кто это режет. Да? Да. Не надо, зачем? Дима молодец. С понятием. Я инструкцию выложу просто, как резать торты. Да, да. Сегодня выложим и посмотрим. Сереге его на канал. Так, давай. Так. 7. Для парень. И с этой стороны 7. И Пленева Марина Васильевна. А что же вы так неровно режете? Тихо. А вот это теперь тяжелее в длину. Таких длинных линей. Надо этот. Линейки, а ну да, этот. Рулетку. Есть рулетка, тащи рулетку. Значит, раз, два, три, четыре. Теперь на 6. Пополам и на 3. А ну-ка, рулетку. Тихо, только не дотрагивайтесь, она грязная. Так. 37, 36. Пополам 18, да? Так, да? А потом все еще через виски пропустим. 18. Правильно? И потом на 3. Сразу же такое было предложение. Все по весу. Высшая математика. Было по весу. Ни капли влево, ни капли вправо. Текс. Теперь на 3. Таня. Штангель не нужен, Таня? А мне кажется, все-таки вот этот кусок больше. Ну, это кажется, наверное. Тут отъехала чуть-чуть, видишь? А. Ты стоишь ближе сюда, да, тебе кажется. Я не вижу эти цифры. Теперь на 3 надо каждый. Сколько здесь? 18, да? Ну, так 18, так 19 смотришь. Так, короче, по 6. 6 и 3, 18. По 6 сантиметров. По 6,5. Так, раз. 12. Вот так, да? Где засечка? Вот засечка. И вот засечка. Вот так, да? 10. А с другой стороны давайте. Дима, она так? Подождите, вы не ровно порежете. Таня, давай ты будешь резать. Что получу? Ну-ка, вот так? Угу. Вот так. Так, теперь как здесь? А это все Таня. 6. Что Таня? 6. Это остальное. 12. Вот так, а, да? Таня? Правильно? Так? Да. Задача зарезать. Вот так, да, где-то? Из болота тянуть бенемота. Да. Так? А теперь те кусочки, которые будем в склад нести, вот так вот. Это запиши. Дима, это запиши обязательно, эту фразу. Все? Чики-пики, Андрей. Да? Ну, посмотри, твой тут. Сейчас я проверю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А что вот это за херня? Вот, ну, это промежность. Ты же пишешься на канал. И это, ну и что? Раз, что два, за три, четыре, шесть, 24. Вот так, оно распалось. Ну я понял. Правильно? Но...